опять компания OEMZAP. Сегодня у нас в ремонте двигатель G4KD, снятый с автомобиля X35. Пробег на автомобиле 133 тысячи, по-моему, если не ошибаюсь. Так, проблема стандартная, стук поршневой. Двигатель уже у нас наполовину разобран. Вот они, наши задирчики. У нас получается второй, третий и четвертый цилиндр зандрала. Перекладка поршней большая. Вот третий цилиндр у нас самый такой заезженный. Сейчас что? Разбираем блок полностью, отправляем в токарный цех наш. Там они уже будут заниматься гильзовкой. Вот, новые поршня, все дела. Шатуны старые, но привел их в божеский вид. Они были чумазые все. Ну, в общем, двигатель весь был грязненький. Здесь в налете. То есть все отмыл по максимуму. Оно теперь выглядит достойно. Идем собирать. Берем запилку, начинаем нагревать головку верхнего шатуна. Предварительно подготовив поршень, пальцы. И главное соблюдать направление. Здесь стрелочка есть. Это на вперед, то есть на переднюю часть двигателя. На шатуне. А здесь тоже есть стрелочка. Выставить палец по центру шатуна и по центру поршня, чтобы одинаковое было расстояние везде. Палец подводим к поршню вот в таком положении. Поджимаем пальцем, чувствуем, что он уперся. И получается поджимаем поршень к самому шатуну. Здесь у нас палец, здесь ровень, здесь поршень мы упираем по максимуму шатуну. И когда схватится палец в шатуне, то есть у нас будет уже одинаковое расстояние. Установили вкладыши новые. Помню, вкладыши у нас были, так сказать, не в критическом состоянии. Вот. Были потертости, но решили все-таки их обновить, чтобы в дальнейшем сюда уже не лазить. Вкладыши у нас подобраны по маркировкам. В данном случае у нас коренные все одинаковые, черные. Смазываем маслом. Коленвал подготовлен, отмыт. Напомню, коленвал в хорошем состоянии, с ним ничего не делали. Вот. Теперь устанавливаем аккуратненько. Оп, все. Добавим еще чуть-чуть маслечка. Устанавливаем бугеля, а ниже крышки. Болты предварительно смазали маслом, то есть кончик резьбы и шляпку болта. Так, все, подтянули бугеля. И все, у нас коленвал начал
свободно вращаться. Теперь ставим полукольца. Устанавливается, вот есть две прорези, то есть это для смазки. Вот этими прорезями они ставятся к коленвалу. Теперь берем динамоэлектрический ключ, выставляем 30 ньютон-метров. И затягиваем первый этап затяжки. После каждой затяжки проверяем, как у нас вращается коленвал. Все отлично. Продолжаем дальше. Теперь берем вот такой вот приборчик. Это угломер для доворота болтов на определенный градус. То есть в данном случае нам нужно довернуть на 120 градусов. Вот, поэтому будем ориентироваться на эту цифру. Так. Коленвал затянули. Все с необходимым моментом. Сейчас собираем, ставим поршневые кольца. Так, выставляем замки поршневых колец, разворачиваем их относительно друг друга на 120 градусов, ну либо на 180 тоже допускается. Вот, ну будем делать, как в принципе чаще это делают, 120 градусов. Вот, и желательно, чтобы замки не попадали в ось юбки, вот здесь вот, чтобы они не проходили. И также ось пальца, то есть чуть-чуть смещаем их. Вот. В данном случае у меня здесь будет стоять маслосъемное, вот здесь второе компрессионное, вот здесь вот проходить будет замок верхнего компрессионного. Смазываем юбку. Смазываем вкладыш. И устанавливаем обжимку. Берем деревянный молоток, либо ручку от молотка. И потихонечку начинаем постукивать по днищу поршня. Постукиваем по кругу, то есть не в одну точку, а равномерно. Первый есть, берем крышку и тоже смазываем и сразу прикручиваем. Поршневая уже почти собрана, сейчас остается только протянуть крышки шатунов. Момент их затяжки 20 ньютон-метров, это первый этап, и потом доворот на 90 градусов. Проверяем легкость вращения коленвала. Все у нас отлично вращается, нигде ничего не закусывает. Также проверяем, чтобы в цилиндрах не образовывалось никаких полосок, потому что бывает, что кольца попадаются некачественные, и они начинают оставлять такие борозды. На старом были следы износа, то есть какой-то мусор перемалывал, и там были явные вмятины. Устанавливаем новые болты ГБЦ, втягиваем головку ГБЦ. Момент затяжки у нас первый этап 35 ньютон-метров и два доворота на 90 градусов.
подтягиваем от центра к краям. Двигатель собран. Так называемый столбик сейчас остается только прикрутить навесное оборудование, и можно, в принципе, уже будет устанавливать его уже на автомобиль. Двигатель установлен, готов к запуску. Все жидкости залиты, масло антифриз, кондиционер заправлен. Форсунки сейчас отключены, будем производить первый запуск, точнее прокачку системы смазки. Первая маслянка погасла, теперь подключаем форсунки. Проверяем уровень масла. Так, масло у нас пока серединка, но мы потом, если что, дольем. Все, двигатель запустился вообще без проблем. Работает тихо, никаких шумов посторонних нет. Сейчас прогреваем, доливаем жидкости, смотрим на наличие или отсутствие течей. Ставим защиту и выгоняем. Я думаю, там все будет сейчас хорошо. Так что на этом, наверное, и закончим нашу историю. Какой вывод из этого всего? Клиент, в принципе, он вовремя обратился, не стал затягивать, то сэкономило ему немножко денежек, потому что коленвал у нас живой, головка живая. То есть, если бы он продолжал ездить с этими стуками, то он бы попал бы еще и на коленвал, на головку, и сумма ремонтов получилась бы очень-очень большой. А так он, можно сказать, отделался легким испугом. Так что прислушивайтесь к вашему автомобилю. И если вам не нравится что-то в работе вашего двигателя, есть какие-то шумы, то подъезжайте на диагностику, на ТО, техобслуживание, на ремонты. На этом все. Всем удачи, всем пока.